Новый год – праздник семейный, поэтому в первую очередь мы поздравляем родных и близких своих родителей. Но не всех поздравят их дети. Есть семьи, где молодые люди погибли, защищая Отечество. В преддверии Нового года глава района собрал в актовом зале людей, объединенных общим горем. Выражаем огромную признательность воспитавших родителям таких героев, сыновей, которые защищали нас, нашу родину в военных конфликтах. Мы всесторонне будем оказывать вам помощь, поддержку и содействие. Чтобы обсудить меры поддержки для родителей, на мероприятие пригласили представители социальной сферы и медицины. А после насущных вопросов за круглым столом нашлось место и теплым словам поздравлений и небольшому праздничному концерту. Родителям павших героев уделяется особое внимание. Такие встречи в преддверии праздников – многолетняя добрая традиция нашего района.